беспроводной маршрутизатор Wi-Fi TP-Link Archer X11 стоит $450. Компания TP-Link представила два новых маршрутизатора Wi-Fi, Archer X6000 и Archer X11000. Обе модели поддерживают новый стандарт беспроводной связи 802.11x, также известный как Wi-Fi 6. Модель Archer X6000 позиционируется как идеальный маршрутизатор для умного дома. Он обеспечивает одновременное обслуживание большего количества устройств, поддерживая скорости до 1148 Мбит в секунду в диапазоне 2,4 ГГц и до 4804 Мбит в секунду в диапазоне 5 ГГц. По подсчетам TP-Link, по пропускной способности он в 4 раза превосходит модели, соответствующие предыдущей версии спецификации Wi-Fi. Основой роутера служит 4-ядерный процессор, работающий на частоте 1,8 ГГц. В его распоряжении есть два сопроцессора Wi-Fi и 1 ГБ АЗУ. Модель Archer X11000 ориентирована на увлеченных геймеров. Это флагман линейки игровых роутеров TP-Link. Его суммарная пропускная способность в трех диапазонах достигает 10756 Мбит в секунду, а некий игровой ускоритель позволяет снизить задержки. Основой этого роутера тоже служит 4-ядерный процессор, работающий на частоте 1,8 ГГц, но он дополнен тремя сопроцессорами Wi-Fi. Каждый маршрутизатор имеет порт WAN Ethernet 2,5 Гбит в секунду и 8 портов LAN Ethernet 1 Гбит в секунду. Кроме того, есть порты USB 3,0, выведенные на разъемы Type-A и Type-C. 8 антенн обеспечивают хорошее покрытие, а технологии формирования луча позволяют получить надежное подключение. Оба маршрутизатора поддерживают агрегат CU каналов, технологию Smart Connect, Band Steering DFS, работу VPN-сервера и другие возможности, включая Alexa и VZNZ. Удобной особенностью является возможность настройки через Bluetooth с помощью приложения TP-Link. Цена модели X6000, продажи которой начинаются сегодня, примерно равна $350. Модель X11000 оценена в $450, а ее продажи должны начаться в конце января 2019 года.